Ой, пока настроишь это видео. Друзья мои, всем привет! Первое видео в 2022 году. Всех поздравляю от души. Всех с Новым годом. Всем хорошего настроения. Всем позитива в 2022 году. Желаю всем счастья, всем здоровья. Ну и, конечно же, хороших покупках. Ездите на хороших автомобилях. Сейчас 3 число, приехал на авторынок. Пройдусь, посмотрю, что по ценам. Цена, конечно, за несколько дней она не изменилась, но обещают очередное поднятие цен. Сделаем такое небольшое видео. В общем, посмотрим, что происходит на авторынке. Ребят, продавцы многие, это касается не только авторынка, и авторынок, и пробежные автомобили. Ну, видимо, люди еще отдыхают. Попытался сегодня проверить несколько автомобилей. Из восьми получилось проверить один. Поэтому терпение. Я продолжаю работать. Точнее, я вошел уже в график. Я на работе. Напоминаю, занимаюсь проверкой автомобилей перед покупкой. Если вам нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Я могу вам проверить автомобиль, сопроводить сделку, поставить автомобиль в транспортную компанию. Также вы можете заказать поиск автомобиля под ключ. Более подробная информация по телефону. И еще один маленький нюансик. Ребят, у меня такой небольшой переезд. Вот, и, к сожалению, даже не знаю, как это назвать. В общем, в квартире практически нету связи, зато есть Wi-Fi. Поэтому, если вы не дозвонились до меня в вечернее время, пишите мне WhatsApp. В WhatsApp я всегда отвечаю. Либо звоните на WhatsApp. Ладно, идем смотрим. 3 января, авторынок. Тишина. Mitsubishi Mirage. Стоимостью 640 тысяч. Недавно отправил такого в Уфу. Штатная литье, зимняя резина. И 640 тысяч рублей. Смотрите, сколько Фрида стоит. Именно Фрида. Напоминаю, есть Фрид, есть Фрид Спайк. Фрид — это 5-7-местные автомобили. 3 ряда сидений Спайки — это 5-местные автомобили. Не дозвонился сегодня до многих продавцов. Все еще отдыхают. Смотрите, красавец какой стоит. Делика, 19-й год. 2 миллиона 780 тысяч. Поэтому, друзья мои, я думаю, с подборами однозначно придется потерпеть. Те подборы, которые у меня уже есть. Но со осмотрами автомобилей все по обстановке. Штатное литье, летняя резина. Делика она и осталась деликой. Да, внешне она изменилась. Немного. Но автомобиль... чуть не упал. Автомобиль узнаваемый. Для примера сейчас покажу. В последнее время как-то не ахти их спрашивают. Вот она свежая стоит. Вот он предыдущий кузов. Ну, изменилась, естественно, цена. Что у нас еще здесь есть? Немного неудобно ходить, когда цен нет. Когда рынок полноценно работает, подошел к продавцу, спросил цену. СЧР, 17-й год, 1,8. 1 миллион 730 тысяч. Заеду на днях в транспортную компанию. Тоже сниму видео, посмотрим, что там по ценнику. Я думаю, с ценой там все устаканится после Нового года. Красавец, Краун, 17-й год. 2-литровый турбо, 2 миллиона 50 тысяч рублей.
хейтерам хочу передать привет. Знаете, есть большинство, практически все подписчики, все зрители, которые меня смотрят, все адекватные люди. Но на любом канале находится два таких вот, два-три, вот даже не знаю, как назвать их, чмыря, что ли, которые сидят и чмырят всех, которые в жизни ничего не добились. Обсирают народ на любом канале, абсолютно. Привет вам, хейтеры. Subaru Forester. Повышение цен будет однозначно. 17-й год, 1 670 000. Завтра, кстати, планируется выезд в Спасск на осмотр автомобиля. Автомобиль не новый, будем проверять, но можно сказать, его уже заочно, скорее всего, купили. Вот поэтому подписываемся на мой инстаграм, смотрим истории. В историях больше автомобилей, вообще больше движухи, больше цен. Демио стоит. Вот я не знаю, ребят, вот честно, почему. Но не берут у нас эти демио. По памяти сейчас не скажу, но, по-моему, вот за все время работы даже в поиске не было такого автомобиля. 17-й год, 1.3, 750 тысяч. Кто-то спрашивал Хайсы, не могу сказать, сколько стоит. Ценника здесь нет. Это у нас Солио, 16-й год, 640 тысяч. Нормальная, адекватная цена. То есть простая комплектация, так она и стоит. 630, там 650, под 700 тысяч. Вот люди начинают ходить под конец рабочего дня. Prius. 50-й, 51-й, 55-й кузова. 17-й год, 1.8, 1 210 000. Напоминаю, это полноценный гибрид, и они появились 4 ВД. Axio, 18-й год. Такой тоже, знаете, неприхотливый седан, хотя предыдущая Axio мне как-то больше по душе. И внимание, цена 1 030 000. 1 миллион. Тут у нас подопустело немного. Toyota Rush, Бего. Двигателя полторашки, 1 025 000. Это Honda Везель, гибрид, 1 290 000. На ноуте не указано. Еще один Prius, 1 350 000. Subaru Forester свежий, 2 490 000. Мне цвет нравится.
Subaru XV 1 365 000. Пятнадцатый год. Хорошая комплектация, то есть есть обыватели, туманки, обогрев в зоне дворников, рейлинги на крыше, айсай. Гибрид 1 300 000. CHR 1 850 000. Daihatsu Bigo 1 250 000. X-Trail 15 год. Гибридная версия 1 610 000. Еще один Forester 1 680 000. Видите, продавцов практически нет. Реально народ еще отдыхает. Резина тоже, кто-то работает, кто-то нет.